Книга «Открытым оком», том 4, тема «Молитва», вопрос 1209. Если человек не молится за других людей, потому что считает себя недостойным молиться за других, то что ему делать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Покориться Богу и руководствоваться не чувствами, а Словом Божиим. Библия же говорит так, Иакова 5:16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Исход 8:8. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Матфея 5:44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 6:9. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Колоссянам 4:3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. 1 Фессалоникийцам 5:25. Братья, молитесь о нас. 2 Фессалоникийцам 3:1. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Евреям 13:18. Молитесь о нас. Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Никогда не мудрствуйте под видом смирения, пренебрегая прямыми указаниями Бога. Это все от лукавого. 1 Тимофея 2:2. За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Молитесь за врагов, за друзей, за близких. Вместите их в свое сердце. Трудолюбивые в молитвах имеют помянники, имена знакомых, и за каждого из них, произнося имя, не совершая крестное знамение, кланяются. И такую молитву они продолжают иногда до 2 часов. Сколь блаженны люди сии, они на плечах своих несут буквально вселенную, как Аарон на нарамниках израильский народ. Подражайте таким и не прикрывайте свою лень никогда и ничем. Молитесь и днем, и ночью, особенно ночью. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.